Итак, вот кусочек Италии, там кусочек Азии мы прошли с восточной музыкой. Это все еще Sea World, это Орландо, это Флорида. Сегодня 4 марта 2012 год. И вот мы сегодня в этом любимом мной Sea World. Уже насмотрелись столько красоты уже насмотрелись. Аж забу дыхание сперло. Ну вот еще тоже очень интересное, один из интересных тоже моментов Sea World. Вот туда вот можно подойти. Вон там девочки плавают. Пойду-ка я туда спущусь пониже. Люди тут сидят как в амфитеатре. Хай! Какой холюсенький. Вот дети, люди работают здесь. Сколько, не знаю, за это не получают, за то, что они тут плавают. Вот у меня спрашивал, есть ли работа здесь в Орландо. Работа тут всегда, я думаю, ну такой низкооплачиваемый, найдется навалом. Почему? Потому что город туристический, очень-очень много аттракционов. Везде, конечно, нужны люди. На ту или другую позицию, официанты и все это прочее. 22 тысячи гостиниц здесь у нас в Орландо. Поэтому такую работу, как на 7-8 долларов в час, можно найти, я думаю, всегда. Меня там один мальчик спрашивал, как насчет работы для машиниста экскаватора. Вот честно, даже не знаю, что ответить. Мальчик говорит, камон, давай уже спускайся. Даже не знаю, что ответить, потому что ответа у меня нет. Во-первых, как его перевести, этого экскаватора. Во-вторых, если я буду искать, то я буду искать этот же ответ в интернете. Поэтому такие вопросы мне, пожалуйста, не задавайте. Я понятия не имею, как тут обстоит дело с работами, потому что я никогда не работала и не собираюсь. Вот. Но я знаю, что такое вот, как бы, кто хочет, тот работу всегда найдет. Девочка не хочет нырять. Ножки только красивые пока. Тут обычно несколько, тут в каждом девочки в разных красивых купальниках. Иногда и мальчики ныряют. Хочешь поработать, Никита? За 8 долларов в час повисеть в воде. Воробьи такие? Крикуны. Так, вот на этой штуке, я же говорила, подняться можно наверх. Ну, не сейчас. Где девочка наша? Где наша куколка? Вон она. Она по телефону, что ли, говорит? Ножки мы ей уже сняли. Hi! Aren't you cold? Окей. Она говорит, вода теплая. Я спросила, тебе разве не холодно? Она говорит, вода теплая. А вон там еще одна красотка. Вторая пришла ей на смену. Вон она на дне сидит. Ныряй, Ники. Пошли дальше. Ага, на девчонок засмотрелся, конечно. Солнышко вышло. Боже, небо какое красивое. Как будто кто-то разрисовал. Спайс Нью. Опять ножки одни второй девочки. Она не хочет нырять. Ладно, пошли. Но работка, конечно, не приведи Господь. Не взлюбишь, наверное, и воду. Вот так целый день нырять. А можно же не целый день, я обязательно целый день. Они, наверное, как-то по часам, наверное, еще не меняются. Наверное, час работает, потом часа два отдыхает, скорее всего. А ну пошли зайдем посмотрим, что за ресторан на воде. Я ни разу там что-то не была. Я бы не знала, что здесь есть ресторан на воде. А, это новый, недавно открылся ресторан на воде. Красивенький такой. Можно
можно покушать. Сейчас мы Миля освободится, пойдем покушаем. Ты пока терпишь? Нет. Не хочешь кушать? Мы потом пойдем покушаем, попозже. Я за спрей. А, ну еще лучше. Баба с возу, кобыли легче называется. И, ну где же тот ресторан красивый? Что-то я совсем не могу ничего найти. Шапки такие классные. Одень вот эту американскую шапку. Это, по-моему, канадский, нет? Ой, какой мальчик. Сейчас я здесь... Эй! Сейчас я... Ну, одень, я фотографию сделаю. Давай, скорее. Смотри на меня. Супер. Опять желтое дерево, мое любимое. Вот эти пальмы. Я их называю белыми пальмами. Такая красивая. Белая пальма. Желтое дерево шикарно. Шаркс. Вот они, акулы. Пошли. Итак, мы пошли смотреть акул. Я тогда выключаю камеру. Пока-пока.